фейерверк пускали. Это где-то вот минут 35-40 прошло время. Вот я не знаю, или на четвертой, или на третьей дороге это было. Скорее всего, на четвертой. И после этого вот сразу. Садоводы утверждают, за полчаса до появления возгорания они слышали звук разрывающейся пиротехники на соседней улице. А спустя несколько минут увидели красные языки пламени. Сами хозяева уехали за несколько часов до пожара. О случившемся несчастье им сообщили соседи. Мы что, пришли, и там ничего больше не сделать, огонь пошел уже. Был хлопки были, раз, два, три были хлопки. Вот. Может, оттуда что прилетело, какая искра, кто и знает. Повезло, что в тот день ветер был не сильный, говорят люди, иначе сгорели бы и постройки на соседних участках. Прибывшим пожарным пришлось заливать руины. Спасти добротный кирпичный дом уже не было возможности. К сожалению, дом отстоять не удалось, дом уничтожен пожаром. В настоящее время ведется проверка по данному сообщению. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Версия с попавшим в дом фейерверком также не исключается. Впрочем, окончательный вывод о причине пожара предстоит сделать экспертам. Татьяна Каранаева, Петр Греков, эфир 24.